В Ненецком округе появилось еще 5 развернутых госпрограмм. Раньше они носили статус долгосрочных целевых, но теперь их формат изменился в соответствии с требованиями федерального законодательства. На заседании администрации новый статус получили ряд целевых проектов. Долгосрочная программа по социальной поддержке населения, образование, молодежной политике, развитию сельского хозяйства и по утилизации отходов. Власти рассчитывают, что переход от ДЦП к госпрограммам позволит привести к общему знаменателю работы с разными регионами России в сферах действия этих проектов. Эффективность их выполнения от этого не пострадает. К примеру, финансирование социальных обязательств Ненецкого округа перед его жителями будет продолжаться планомерно расти. Кроме того, она разделится на 5 самостоятельных направлений, каждая из которых рассчитана на определенную группу граждан. Старшее поколение, безработные, дети и подростки. Это позволит эффективно работать с каждой из них.